Во время выступления президент заявил, что сельское хозяйство развивается темпами, о которых еще несколько лет назад сложно было подумать. На сегодня экспорт отраслей АПК на треть выше, чем даже в военно-промышленном комплексе. И, как отметил глава государства, будущее сельского хозяйства в стране во многом зависит от поддержки небольших фермерских хозяйств и кооперативов. Все более заметную роль на внутреннем рынке должны играть и фермерские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в 4 раза. А объем производства увеличился на порядок. По сути, в России формируется целый класс фермеров, которые четко знают, какая продукция нужна потребителям. Знают, как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок. Мы будем и дальше создавать условия для роста занятости людей на селе, для повышения их доходов, решать вопросы обеспечения фермерских хозяйств землей, доступными финансовыми ресурсами, повышать их экономическую устойчивость. И, конечно, важно поддержать кооперацию малых производителей, что позволит им эффективнее сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и повышать качество своей продукции. При этом подчеркну, в развитии малых форм хозяйствования на селе, сельхозкооперации, многое зависит от региональных властей. Рассчитываю, что они будут оказывать фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам самое пристальное внимание и поддержку. Говорил Владимир Путин о возможности предоставлять фермерам в аренду землю без торгов. Соответствующее поручение президент дал Министерству сельского хозяйства. О необходимости такого решения заявил и губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, малые формы хозяйствования – это подушка безопасности для всего региона. В Краснодарском крае уже поддерживают фермеров, которые объединяются в кооперативы. Тем, кто покупает оборудование для сельхозпереработки, компенсируют не менее 90% затрат. Также важная тема обсуждения стали кредиты для малых форм хозяйствования. Владимир Путин попросил правительство подумать над системой льготных займов для аграриев.